«Девочка, у тебя очень красивые красные волосы». «Спасибо, мне очень приятно». «А у меня красивые?» «Нет, только у этой девочки красивые волосы». «Спасибо». «Это не так, у меня тоже красивые». «Ты не права. Я сейчас маме расскажу». «Я уже договорилась. За тобой едут, блять. Последний понедельник нахуй живешь». «Но нам нужно идти домой, уже поздно. А тебя, что ли, не забирают родители домой, девочка? Я живу в детдоме, у меня нет родителей. Я своими родителями поделюсь». «Какого лешего?» «Пап, можно? Но... ну, мам, попроси». «Картинка смешная, ситуация страшная, могу сказать». «Мама точно разрешит. Ты такая красивая». «Ты моя мама?» «Нет, просто когда-то я дура вышла замуж за того дебила сзади». «А боже, сейчас будет то самое случайное падение на главного героя. Бум. Классика». «Давай ляжем, а завтра поиграем». Через 10 лет Мишель 16, Артуру 17. Блин, долго же они спали. «Посмотри, какая ты низкая. Чё сейчас? И очень низкая. Ну ты посмотри на неё». «О, приветик. Привет, Ника. Я не тебе говорила». «Сучка, блядь». «Ты что-то хотела?» «Да, ты мне нравишься. А ты мне нет». «Произошел троллинг». «Ну почему? Как тебе сказать, он занят. Почему она, а не я?» «А почему он, а не я?» «Боже, как же бесит эта Мишель». «Мне вообще пофиг, но спрошу для вида». «Кто это?» «Девушка Артура». «А кто такой Артур?» «Это парень, который мне нравится». «И что ты собираешься делать?» «Надо подумать». «Я много об этом думал». «И что, надумал?» «Ничего». «Кто бы сомневал?» «А не слишком ли?» «Как раз». «Ты втираешь мне какую-то дичь». «Приветик, что делаешь?» «Мишель жду». «Тебе больше не придется ее ждать». Вот это новости. «Ты не можешь этого сделать». «Я заставлю ей смотреть русские гачи-сериалы». «Это в моих силах». «О боже, что я вижу? То, что он теперь не твой парень, а мой. Давай уже, скажи, чтоб свалила. Отвали уже, оставь нас в покое». «Сука. Еще раз так пошутишь, я тебе голову прострелю». «Мы с мамой приготовили ужин. Будя. Говно, скотин, блядь». «Доброе утро. Доброе, мам. Как спалось?» «Блядь». «Можешь поделиться зонтиком, пожалуйста? Я просто не посмотрела на прогноз погоды. Сможешь выжить и без зонтика». «Я хочу переехать в Питер. Через неделю я куплю билет. Будь осторожнее, защищайся, если над тобой будут издеваться». «Нет, блин, она будет стоять и смотреть». «Мы будем скучать. Я обязательно прилечу через 2 года. Куда это она? Ей надоело, что ты делал, и она решила переехать в Питер на 2 года. Какой аэропорт?» «Но она же только что ушла. Ты можешь ей просто догнать». «Он только сейчас додумался. Милая, все мы порой совершаем ошибки». «Прям как я, когда вышла за тебя». «Приветик, как тебе моя новая прическа?» «Ты не изменилась, как была уродливой, такой и осталась. Как ты смеешь так обо мне говорить? А, мы больше не вместе». «А чё сразу так нельзя было?» «Тебе холодно не будет?» «Я думаю, будет нормально». «Тебе холодно?» «Ну, чуть-чуть». «Какая милая». «Блин, чё я сейчас сказал-то?» «Это называется, автор решил, что ты будешь любить главную героиню, и у тебя нет выбора». 2 года, это так много. Боже, какой же я тупой. Дебил понял, что он дебил. «Может быть». «Боже, какой красивый». «Нет, нет, нет, нет. Спасибо». «Пиздец, неловко». «Ты что, влюбился в Мишель?» «Нет, конечно. Уверен». «Может, твой дар отрицать очевидное?»
Мишель, в тебя влюблена Кирочка. Заткнись, Нико. Да он, блин, заботится о твоей личной жизни, чтобы ты в старости один не подох. Я завтра улетаю в свою родную страну. Это же шутка, да? Да я каждый день так шучу. Ты мне нравишься. А у меня нет слов. Классно выкрутилась, конечно. Ура, она завтра прилетит. А я надеюсь, она не влюбилась там в кого-то. Да ты экстрасенс. Это тоже для тебя. Благодарю. Прости меня, пожалуйста. Прощаю. А чё сразу так нельзя было? Через 2 месяца Акера прилетела, и они с Мишель начали встречаться. А боже, неужели главная героиня осталась не с бездушным главным героем? Может быть.